Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про основание от DHS. В этот раз про коммерческую версию основания DHS Long 5. Мне попался экземпляр по паспорту весом 86 грамм с 67% затухания. Это основание структуры Enerforce, верхний слой тут лимба, ареолит карбон лежит под двумя слоями, то есть ближе к сердцевине. За счет этого теоретически у основания должна быть больше задержка и позже включаться должен карбон. Тестировал я это основание с накладками гибридного типа и с липучками, причем с персональными версиями. Но обо всем по порядку. По скорости основание заявлено как УФ+, фактически это действительно УФ+. К моему удивлению, коммерческая версия основания Long 5 действительно быстрая. По чувству основание довольно жесткое. То есть я бы сказал, что основание средне жесткое, но все же ближе к жестким основаниям по чувству. По задержке. По ощущениям задержки тут не так много, как на основании Long 5X, либо DHS 968. Но при этом здесь точно больше скорости, чем у 968. И, возможно, больше, чем у Long 5X. Я думаю, что в ближайшее время протестирую все эти основания одним заходом, чтобы как раз сделать потом обобщающее видео о всех Харикейн Лонгах от DHS. По всеядности основания, на основании отлично сидят накладки типа липучки. Я тестировал это основание с Харикейном 3 версии Fungin Dong Edition и с Malong Backhand в жесткости с 37 градусов. И одна, и вторая накладка ведет себя на данном основании отличнейшим образом. С этими накладками основание выдает и хорошую скорость, и хорошее вращение. При этом, за счет того, что задержка не такая большая, как на основании 968, скорость выжимать из этих накладок достаточно легко. В принципе, все, что касается скорости, у Лонга 5 ее очень много. Причем за счет того, что это Inner Force, остается какая-то промежуточная игра, можно как-то сыграть помягче по месту, но при этом скорость из основания выжимать куда легче, чем у того же основания 968. Хотя про сравнение с 968, ну и, наверное, с Long 5X сниму отдельное видео. Да, еще не сказал такой важный момент, это гибкость. У моего Long 5 гибкость совершенно небольшая. То есть основание ощущалось как практически монолитное и давало подхлёст только в мощных ударах. Что меня в первую очередь удивило. Потому что я ждал от коммерческого Long 5 большей гибкости, но по факту получил не сильно гибкое основание, и гибкость максимум могу назвать средней. Что, кстати, положительно сказалось на блоках. Я ждал, что основание будет гнуться намного сильнее, и этот элемент будет куда хуже. Что касается элементов. Короткая игра, прием подачи, то есть каких-то проблем у этого основания нету. Все же верхний слой достаточно мягкий. И с тем типом накладок, с которыми я тестировал, гибриды и липучки, соответственно, мяч никуда не вылетает. Можно очень коротко его оставлять в любую часть стола. То есть проблем никаких нету. С этим элементом все хорошо. Накаты, блоки и плоская игра. На удивление, и накаты, и плоская игра, и даже блоки у основания нормальные. Даже отчасти в некоторых моментах, да, с некоторыми накладками можно сказать, что хорошие. Вот этот момент меня удивил, потому что я ждал от коммерческой версии Long 5 как раз плохой плоской игры и плохих блоков.
Но, видимо, то, что основание не гибкое, и задержки тут меньше, чем в национальных версиях. Реакции на приходящее вращение, соответственно, тоже меньше. И подставлять было достаточно комфортно. Что касается игры вращениями, то есть топ-спины и перекрутка. В топ-спинах тоже достаточно контроля. Топ-спины получаются быстрыми, топ-спины получаются мощными. А вращение в топ-спинах, особенно с накладками, особенно с липучками, достаточно хорошее. В перекрутке то же самое, то есть мощь хорошая, вращение хорошее, скорости тоже достаточно. В чем, собственно, подвох тогда, вы скажете, если так хороша коммерческая версия, зачем-то искать что-то еще? Если такое сбалансированное основание во всех элементах себя проявляет достаточно хорошо, вот тут-то и кроется нюанс. То есть основание достаточно жесткое, и чувство мяча относительно той же национальной версии, оно хуже. То есть мяч на этом основании вы ощущаете хуже. Соответственно, несмотря на то, что вроде контроль есть, его опять же сравнительно меньше. И в сочетании с высокой скоростью иногда контроля, особенно в игровых ситуациях, может не хватать. Да, получается так. Когда для обзора я записываю видео и выполняю топ-спины, перекрутку, либо там первый ход по заданным направлениям, то основание себя проявляет идеальнейшим образом. То есть я не могу назвать там ни одного, скажем так, слабого места в основании. Но все меняется, когда вы начинаете играть на счет. Так как при игре на счет с сильными соперниками избытка контроля не бывает, да, то есть чем больше контроля, тем лучше. И вот здесь уже ощущается, что не во всех игровых ситуациях этого контроля хватает. То есть да, скорость есть, да, ее легко выжимать, да, неплохое вращение. Но вот именно контроля в каких-то сложных, игровых ситуациях, когда вы не доходите, когда вы не совсем хорошо определили количество вращения в мяче. То есть вот в таких моментах вам вот этого контроля может немного не хватать. А где нет контроля, там нет уверенности. Вследствие чего уже и осложняется игра этим основанием. Да, поиграл я им не такое большое количество времени, чтобы привыкнуть ко всем нюансам. Но это вот тот итог, который у меня сложился. То есть основание быстрое, достаточно неплохое вращение, скорость выжимать из него легко, контроля достаточно, если не сравнивать его с национальной версией. Но, как сказал уже, про этот ролик сниму отдельно. В целом могу сказать, что очень хорошее универсальное основание под гибриды или пучки. То есть если вы играете таким типом накладок, если вы играете в жестком атакующем стиле, либо в атакующем стиле, построенном на вращении, то это основание вам подойдет. Если у вас большое количество плоской игры, то я думаю, что вам стоит поискать основание другой категории. Да, что еще хотел сказать. У основания средний угол выброса. Ну, конечно, это еще будет зависеть от накладок, которые вы поставите. И средне-низкая длинная траектория. Вот это вот может явиться проблемой для игроков невысокого уровня, так как не очень удобно с такой траекторией вкручивать мячи в стол. То есть нужна определенная техника, нужен выход ногами. Тоже учитывайте это, если собираетесь приобретать это основание. Кстати, да, основание Long 5X и Long 5, Butterfly Viscaria Super ALC или Butterfly Janjike ALC, либо Janjike Super ZLC, я буду продавать в ближайшее время. Следите за информацией. Особо много про это основание рассказать мне нечего. Если еще раз подытожить, то это основание для игроков атакующего стиля, строящих свою игру через мощную атаку, через мощные вращения, обладающих хорошей техникой и хотя бы средним уровнем игры. Но я имею в виду, что ваш игровой уровень должен быть хотя бы там 400 единиц рейтинга, чтобы справляться с этим основанием и
кое-как им попадать. Так как основание не из самых простых, но при этом достаточно сбалансированное. И опять же, это основание для тех, кто хочет играть в китайском стиле, либо китайскими накладками, то есть липучками, гибридами. Кстати, да, основание отлично играет с жесткими и среднежесткими накладками. Со средней жесткости накладками тоже играет хорошо. С мягкими накладками я пробовал... ведет себя неоднозначно, то есть я бы не советовал. Так что на этом про основание заканчиваем. А также хочу поблагодарить Ярослава, который мне ассистировал в этом видео. Ну и на этом все. Увидимся в новых видео. Пока.